Москитная сетка не панацея. Она не спасет ребенка от падения из окна. Теперь на личном горьком опыте в этом убедилась мать трехлетнего малыша в Усоле. Когда женщина отвлеклась, он залез на подоконник и оперся на сетку. И через мгновение уже был на асфальте. Теперь мальчик с тяжелыми травмами в больнице. Уже 11 ребенок в регионе, выпавший из окна с начала года. Один из этих детей уже никогда не сможет подойти к окну.